Всем доброго дня. Вот я вам еще хочу одно интересное показать растение. Все вы его знаете. Ну, во всяком случае, кто с деревни или встречался им. Это подорожник большой, да. Ну, начнем с того, что у него столько много биологических активных веществ, что они сильно влияют на регенерацию тканей. То есть быстрее это происходит, поврежденные ткани быстрее заживают. Ну, что еще он делает? Усиливает секторную функцию желудка. Так, действует еще успокаивающим, ну, практически можно снотворное, как можно сказать. Если свежих листьев заварить хороший чай, да, то не хуже бальдериана будет действовать. То есть, ну, мягко, без побочных таких сильных эффектов. Что еще очень хорошо? Гипертоникам будет это очень интересно, так как снижает еще артериальное давление. И также те, кто страдает хроническими колитами, да, он их успокаивает, снижает свежий сок с него. Благотворно это влияет, если вы на свежие раны, то есть ушибы, раны. Даже это гематомы, то есть застарелые гематомы убирает. То есть, если часто использовать его, то он конкретно убирает это. Ну, что еще могу еще про него интересно рассказать? Ну, при поносах метеоризма, желудок, кишечник, геморрой, отеков применяется, да, можно его применять. Противопоказания, как естественно, само разумеется, запишу в этом содержании. А теперь перейду к более интересной вещи. Для тех, кто похудеть хочет, вам нужны семена подорожника, то есть они делают желудок полным практически, успокаивают практически, вы это не чувствуете сильного голода и одновременно вы обладаете очищающими свойствами. Кстати, если перемолоть семена, да, они это, то есть если вы, к примеру, попали в какую-то ситуацию, где, ну, человека рядом, как говорится, не видно и припасы кончаются, то семена подорожника, перетертые в муку, скажем, такой грубый эрзац для пищи сгодится. То есть это такая вот мелочь. Это был Нина Унсергей ТВ. Желаю вам всего хорошего и до скорых встреч.